Сегодня в Волгодонске состоялось торжественное открытие первого детского реабилитационного центра адаптивной верховой езды «Добрая лошадка». В поселке Красный Яр на Молодежной 23 собрались представители фирм и организаций, а их более 58, которые оказали финансовое, техническое и даже интеллектуальное содействие в создании центра. Это большое дело для маленьких волгодонцев. И из этих больших и малых дел складывается на сегодняшний день именно то гражданское общество, именно то чувство справедливости, то чувство веры в наше светлое будущее. Мы прекрасно понимаем, что надо не только запустить этот корабль в большое плавание, нам предстоит и дальше участвовать в жизни этого проекта, помогать этому проекту жить, развиваться. Давайте делать добрые дела. С праздником! 2 года назад здесь был пустырь, но, как говорится, свято место пусто не бывает. Идея Татьяны Горчинюк, президента благотворительного фонда «Благодарение», нашла отклик в администрации Волгодонского района, которая выделила 12 гектаров земли под строительство центра. Основным спонсором выступила Ростовская атомная станция. Был построен и оборудован манеж площадью 1200 квадратных метров, отвечающий всем необходимым требованиям. Построено помещение для психокоррекционной работы с детьми. И инструкторы центра прошли обучение в Санкт-Петербургской академии и курсы профподготовки в Сочинской школе паралимпийских конных видов спорта. Центр принимает детей с 4 мая и за 3 с лишним месяца пролечено 42 ребенка. Лечением занимаются 3 инструктора одновременно, лошадка и, конечно, главный герой сеанса – это ребенок. Очень хорошие эффекты. Детки изменяются на глазах. Ну, мы не можем сказать, что у нас пока еще ни один ребенок-колясочник у нас пока еще не пошел, но это только все начало. У нас детки заговаривают, у нас они начинают читать стихи, они начинают общаться со своими сверстниками, если не раньше вообще разговаривали только дома и только с родственниками. Происходят очень значительные изменения вообще в их восприятии окружающего мира. Они становятся спокойнее, добрее, более коммуникабельными становятся детки. И, конечно, многие родители очень просят, чтобы вот эти сеансы лечения, которые у нас каждый ребенок 10 проходит, мы их обязательно повторяем. Показаний к лечению лошадью очень много. И, кстати, лечение в центре производится бесплатно. Центр адаптивной верховой езды за краткий срок своей работы уже помог многим маленьким волгодонцам. И, надо думать, слова благодарности будут сопровождать добрую лошадку на всем ее пути. Мой внук начал заниматься в этом реабилитационном центре с мая месяца. Вот. И, казалось бы, за такой короткий промежуток у нас уже есть такие результаты вот, положительные. Вот. Ушел страх. Тревожность, скованность. Ребенок стал такой более общительный. Вот, повысилась у него самооценка. Вот, ушло то вот напряжение мышц, которое мешало ему бегать. Вы знаете, я просто уверена, что вот такой центр, вот, он станет существенным помощником вот для нас, родителей, вот, на пути к выздоровлению наших детей. Еще бы мне хотелось сказать спасибо большое вот, психологу центра Людмиле Георгиевне, инструкторам, которые здесь занимаются непосредственно с детьми, с такой добротой, вот, любовью. Вот. И, конечно, всем людям, которые помогли воплотить этот проект в жизнь. Вот, всем огромное спасибо.